Архитектор – это человек. Это не что-то неодушевленное, поэтому ничто не слишком для архитектора. Он должен любить жизнь, он должен любить окружающую природу, он должен любить свою профессию, он должен любить того, для кого он это делает. И если человек будет делать это как для себя, то он не будет никогда переделывать. Он будет делать честно, откровенно и, скорее всего, с полной отдачей. Этот дом, который сделан в виде венецианского палаццо, конечно, был создан по такому же принципу. Я обожаю Венецию, я живу рядом с Венецией, работаю рядом с Венецией, поэтому, конечно, это лоджия, которая видна на фасаде, это лейтмотив всей Венеции. Все должно быть очень удобно, лаконично, и пространства не должны быть потеряны. Поэтому в этом доме 3 этажа, они по 100 метров всего. Но здесь 6 спален, 4 ванных. Достаточно функционально. Здесь ничего не потеряно. Маленькие коридорные пространства, которые являются демпферами между жилыми комнатами. Они используются как экспозиционное пространство, да, для живописи, каких-то красивых работ, света, элементов и, конечно, окон, которые тоже являются частью архитектуры, и проникновение света. Солнце обязательно должно присутствовать в интерьере и в архитектуре. Когда мне кто-то говорит, что я не могу это придумать, мне это странно слышать, потому что придумать, мне кажется, можно все. Вот, например, кухня. Кухня Бультхауп. Этой кухне почти 25 лет, и я решил сделать ей некое новое лицо, которое позволит ей спрятаться в этом пространстве. Это как раз эффект декорации, когда старая вещь обретает новое звучание. То, что касается света. Свет здесь, много света антикварного. Это все настоящие трофеи с рыночков европейских, французских, итальянских, на которых можно найти необычайные шедевры по очень вменяемым ценам, на которых 20 евро – огромные деньги. За 20 евро можно купить великолепный портал над дверью. Я решил сделать даже копии этих порталов, как и многих вещей, которые мне нравятся и я люблю, как вот эти кресла, как вот эти стулья походные, как столы, как дверные порталы, как двери, как даже косопанки старинные. Я с удовольствием заказываю копии мастерам, которые могут их выполнить, повторить. Вот для меня все, что связано с историей, это не нафталин, так называемый, а это глобальное богатство человеческой культуры. Мне кажется, мне передались гены моего прадеда. Рассказывают, что мой прадед был искусным кузнецом и жестянщиком. У меня был очень хороший преподаватель рисунка, и все началось именно с этого. Рисовал я сразу дома. Дома, города, машины. Вот это я рисовал. И
и говорил, что буду строителем. Это один из самых моих интересных, наверное, проектов. Дом в Грибово. Снаружи Арата Исадзаки, под воздействием его творчества, а внутри настоящая венецианская вилла. Каждый кипарис и каждый светильник выточен руками замечательного мастера, отца моей помощницы, которая работала с этим объектом. Когда ты что-то проектируешь, я не говорю, что у тебя в голове звучит музыка, но часто, когда ты эскизируешь или что-то придумываешь, ты фоном включаешь музыку. Я люблю музыку. Я люблю музыку разную, в разное время, в разные настроения. Я обожаю классику, обожаю рок, обожаю джаз. Интересно, может ли архитектор работать под рок? Я думаю, что да, под джаз-рок и под рок. Под хард-рок, наверное, тоже. Любое творчество для того, чтобы быть успешным, требует доверия. И тот, кто получает карт-бланш, может считать себя счастливым. Но мне часто выдавался карт-бланш. Поэтому мне удалось сделать много различных вещей. И минималистичных, и коснуться любого стиля, включая арт-деко. Я работал и работаю много за рубежом, и в Европе, и в Англии. Вот. И я могу сказать, что мы отстали. Нам нужно догонять. Нам нужно догонять и технологии, нам нужно догонять отношение к профессии, уважение, уважение к профессии, которое здесь уничтожено коммерцией. Недвижимость для меня всего лишь недвижимость. И человек должен менять дома, если только это не какие-то фамильные драгоценности в виде замков. Этот дом, я считаю, получился, и он ждет своего хозяина, а я уже придумал новый. Скоро выходит книга, в котором будет несколько объектов. Эти несколько объектов, их будет немного, но сложилась книжка в 500 с лишним страниц. Там будут и новые работы. Тоже в том числе, включая предметный дизайн, которым я с удовольствием занимаюсь тоже.